Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в 2001 или 2002 год. Помнится мне, как я со своим отцом, когда мне было 6-7 годиков, сидели, играли в первую плойку, не в четвертую, третью, вторую, а в первую плойку, и мы играли в Crash Bandicoot, единственная игра, в которую я играл со своим папой. Я ее прошел полностью, как ни странно. Вот напишите, кто и во что играл в 2001-2002 году. Мне кажется, что 80% всех, кто сейчас сидит, даже в это время еще не родились. А я играл в Crash Bandicoot. Если меня спросят, Эдисон, какая твоя самая любимая игра с детства, я скажу Crash Bandicoot. Учитывая, что ее сейчас переделали, выпустили в современной графике, современными настройками и прочее, я смогу позволить себе в нее поиграть. И тут есть целых 3 части. Очень смешная, очень позитивная, очень интересная аркадная игра. Если тебе понравится, досмотри этот ролик сначала до конца. И если тебе понравится, влепи огромнейший палец вверх. Я даю тебе свое слово, как обычно. Если мы прямо сейчас наберем 25 тысяч лайков, если ты не поленишься и прямо сейчас поставишь свой лайк, потому что все зависит только от тебя. Если мы прямо сейчас наберем 25 тысяч лайков, то я сразу же завтра выпущу следующую часть этой игры. Поэтому ставь лайкусик, а мы погнали. В чем суть этой игры? Как видите, просто проходить, апа, всякие испытания, всякие задания, всякие ловушки. Мы играем, как я понимаю, за лису. Crash Bandicoot — это лиса. И что самое главное, нам на этом злополучном острове нужно собирать яблочки. И также, конечно же, как вы понимаете... Ай! Да твою мать! Убивать всяких крабов, убивать всяких монстров, потому что злой-злой персонаж доктор Кортес похитил мою девушку, кто не знает. И нам нужно ее найти. А где она находится, я тоже не знаю. Наверное, в какой-то башне или в каком-то лагере заключенных, или в какой-то тюрьме, в какой-то камере, клетке, я не знаю. Но я Crash Bandicoot, я лиса, и мне нужно ее найти. Чекпоинт! Буковка С на коробочке, это у нас чекпоинт. Что вот это за... Опа! Я суперсилу нашел! Бам! Нахрен черепаха! Ба! Па-па-па-па-па! Быстро! Когда мы собираем достаточно вот этих масок... Нужно собирать все коробочки. Когда мы собираем достаточно вот этих масок, то мы становимся с вами неуязвимыми. Иди сюда. Как мне нравится пинать вот этих... Иди сюда. Не пропустил ни одно яблочко, нет. Как мне нравится пинать вот этих черепашек. Я ничего не пропустил. Мне нужно было собрать... В смысле, я пропустил что-то? Пау! Это чё за невидимый блок? Я чё, все яблоки просрал? Твою мать! А, не-не-не-не-не, я просто зареспаунился с чекпоинта. Все нормально, пацаны и пацантрессы. Я ничего не просрал, ну, всего лишь несколько яблочек. А так все нормально, в принципе. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Мне нравится вот эта его способность, где я могу кружиться. А вот тут что у нас такое? Тут у нас какой-то невидимый... А... Твою мать, как я так нублю, не могу понять. Мне нравится то, что я могу ударить одну черепаху, она отлетит и сразу же полетит к следующей. И я одним своим движением убиваю сразу там 2 или 3 черепахи, или 2-3 монстра, не знаю кто там. Зависимо от того, кто находится на моем пути. На, оп, яблочки люблю. А кто не любит яблочки, у меня такой вопрос. Но печально в том, то, что я просрал 11 коробок. А где еще 11 коробок просрал? Я как бы закончил этот уровень, но я не понимаю, где... 10 коробок просрал! Где их просрал? Я вроде все, ребята, собирал. Все коробки. Следующий уровень. Опа, заходим сюда. Опа! Нормально. Мне кажется, что тут много всяких уровней, потому что это огромный-огромный остров. И вся вот эта игра, первая часть, построена на вот этом острове. Следующая часть у нас будет вроде в каком-то снежном биоме. Так. Яблочки. Чинчи! Чинчи! Я чинчи не буду трогать. Иди сюда, скунс! Скунс! Пим! Ха! Еще один скунс! А, они просто продолжают вылезать из земли. А вы... Да, какие же вы умные, просто... Пау! Опа-опа-опа, какие-то новые ловушки у нас появились. А почему... Слушай, я пока ничего не понимаю, как мне сражаться с этими... С этими цветочками, потому что они меня убивают очень даже быстро, с одного удара. Как... Ну, как бы у меня много жизней, да, не знаю, сколько у меня на данный момент, примерно 5. Но все же, как мне сражаться с этими цветочками? Чекпоинт. Пау, 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 пау! Сколько яблочек, сколько яблочек?
Побежали, побежали, тут ничего нет, нет никаких у нас коробочек. Забираем, опа. О, чуть не придавило, ни хрена себе, сколько скунсов, а я всех убил с одного удара. ТНТ, тут у нас ТНТ. Твою мать, я сам себя взорвал. А, чё ж так сложно-то? Пау! А вот как мне вот эту хрень убить? А может просто прыгнуть на нее? А, я не знаю, как я ее убил, но вроде что-то... Что-то да произошло. Так, что это такое? Что это такое? Бонусный раунд. Я честно вам скажу, я играл в эту игру, но вы понимаете, что я в нее играл 17 лет назад. 16-17 лет назад. Это было очень давно. Я даже уже не помню, что там было. Это бонусный уровень, да? Это просто, чтобы собрать какие-то ящики. Что это такое? Чекса моя! А, вот, 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 вы видели вот этого доктора, вот этого ученого, это он похитил мою чексу, и мне нужно ее как-то вернуть себе. Он похитил ее и забрал свой замок какой-то, и мне нужно ее вернуть обратно, краски, на этом построена вся игра. Доктор Кортес, если я не ошибаюсь, его зовут. А, мне нужно просто прыгнуть на вот этот цветок, и я его сразу же убью. Хорошо, буду знать. Вот, я нашел себе жизнь, у меня 8 жизней. Цветок! Пау! А все, я прошел? Я опять пропустил 4 коробки. Где я пропустил 4 коробки, ребят? Я не могу понять. Пам-пам-пам-пам. Бедная башка. У меня и так башка болит, а вы мне еще коробки на голову бросаете. Ладно, следующий уровень. 2 уровня мы с вами уже прошли. Мы молодцы. Напиши в комментах, какая твоя любимая игра с детства и есть ли вообще такая игра. А я дальше пойду проходить Крэша. Я еще раз тебе скажу, если тебе понравится прохождение, то я выпущу следующую часть хоть прям завтра, если лайкусик поставишь. Просто мне нужно знать, нравится ли вам вот эта игра. Если да, то опа, вы даже не представляете, как много серий будет по этой игре. Потому что, ну, минимум серии 10-100% должно быть. Опа! Так, черепашка, почему оно превратилось в 2D-платформер? Ни хрена себе, мне даже так больше нравится. Па! По башке цветочек. Ай! Па! Ага. Меня ящик этот убил! Чё за хрень, мартышка? Пам, пам. Да как убить этот цветок, заколебал? Оп. Ага, ага. Опа, еще одну жизнь поднял, замечательно. Идем сюда, что у нас вот тут есть такое? Подождите, чё это за хрень? А, это просто перевернуть нужно было. Так, опа. Да как запрыгнуть на тебя? Ап, запрыгнули сюда. И запрыгнули вот сюда. Чекпоинт, наконец-то. Пиу. В смысле, как я умер? Ничего не понимаю на самом деле. Так, мартышка, иди нахрен. И ты тоже иди нахрен. А-а-а, мне нужно было использовать черепаху, чтобы забрать вот этот предмет. Ладно. Па! Что это такое? Ни хрена себе, шипы всякие. М. Чё, охренело? Кто это вообще такой был? У меня такой вопрос. Какой-то туземец нахрен. Давай, беги, 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 беги. Давай, давай, мартышка. Па, мартышку. Опа, опа, туземец. Па, улетел туземец. Ага, замечательно. Чё это за фигня, а? Тут мне и задницу могут поджарить. Тут меня могут раздавить вот этими шипами. Так, еще один бонусный уровень. Так, доктор Кортес, доктор Кортес, отдайте мне мою чексу, а? Я ее люблю. Что вы такие? Опа, взрывается, Тинти, взрывается. 2 секунды осталось, 1 секунда. Пам, прекрасно. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Что это такое? Забираем, забираем. Оп! Оп, яблочки собираем и идем дальше. Опять ты забрал мою чексу, да отдай, ты заколебал. Который раз он у меня ее уже забирает, заколебал, а доктор Кортес этот. Опа, я дальше мог пропрыгнуть. Я дальше мог перепрыгнуть там. Прекрасно, просто прекрасно. Я опять пропустил 9 коробок. Я даже не понимаю, где я их пропускаю, где они вообще находятся. The Wumpa Island называется, Wumpa... Остров. Следующий уровень. Мы уже с вами сколько? 3 или 4 уровня прошли примерно за 10 минут. Слушайте, неплохо. А почему сейчас наоборот? Почему сейчас назад? Чё это за фигня? То есть,
прошлый раз мы бежали вперед, потом 2D-платформер, а сейчас назад мы как-то бежим. Вот оно чё! Твою мать! Вот оно чё! Это за нами огромный... Это за нами огромный шар катится, от которого нужно просто убегать! Чё за хрень? Я ничего не успеваю! Я еще должен видеть, где вот эти ловушки, где вот эти ямы, чтобы перепрыгивать вот это все. А как мне собирать еще? Ху! Успел! Так, перекурчик. Я не курю, если что. Чекпоинт у нас есть, побежали дальше. Сколько же вот этих шаров всяких? Дальше, 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 дальше. Ямы всякие, ямы, 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 ямы. Опа! Перепрыгнул, перепрыгнул, перепрыгнул! Пам-пам-пам, яблочки, 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 яблочки. Как я должен все яблоки собирать? Это просто нереально, чтобы все успеть сделать. Опа! Все, перепрыгнул. Да, я понимаю то, что я как бы лиса, я крэш, я должен убегать. Но я вижу то, что вот этому шару в принципе пофиг. Почему? В смысле 6%? Я нашел какой-то алмаз. Араба! Следующий уровень! Я нашел алмаз, я нашел какой-то ключ. Я выполнил 9%. Мне интересно, 9% всей игры или 9% только вот этого уровня, я не знаю. Ну давайте еще один уровень. Но мы уже прошли примерно 50% вокруг всего острова. Я за одну серию почти всю игру прошел или что, не могу понять. Подождите, а в какую сторону мне бежать нужно? Хотя бы дайте мне знать. Опа! Спрятали сзади! Дополнительную жизнь, как я понимаю, это не дополнительная жизнь, а... Меня уже ударили. Как меня уже ударили? Будда! Будда-будда! Так, яблочки, собираем яблочки. Опа! 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 Перепрыгнули, все, идем сюда по цветочкам, прыгаем, 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 забираем яблочки. Как я упал? Слушайте, меня заколебали вот эти пираньи на самом деле. Потому что это пираньи, они мне задницу откусят, если я неправильно прыгну. Давай, 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 давай. Опа, допрыгнул. Так, пираньи, иди сюда, я знаю то, что ты тут. Опа, давай, прыгай, прыгай, прыгай. Па! Нет, не успел ее ударить. Так, забираемся наверх по водопаду. Чекпоинт, замечательно. Ага, чинти. Не. Да как? А как мне вот эту хрень убить, у меня такой вопрос. А, она закрывается. Так, дайте мне мою бабенцию. Бабенцию дайте, ее почти уже убили, ее почти. Доктор Кортес! Оп, 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 оп. Оп, оп, все забрали, все забрали. Нет, меня убили! Твою мать. Оп, оп. Идем дальше, забираем яблочки и прыгаем вот сюда, на вот этот листочек. И давай дальше, 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 следующий листочек. Поплыли, поплыли, крэш. Ап, 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 ап. Ага, 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 ага. А вот эта хрень сама закрывается, да? Да, эта хрень сама закрывается. Нужно допрыгнуть и идем, 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 идем дальше. Еще один чекпоинт. Прекрасно. Опа, в рот, опа, в рот прыгнули. Так, бонусный раунд. Давайте заходим на бонусный раунд. Я надеюсь, что хотя бы в этом раунде я смогу вытащить свою невесту. Пожалуйста. Оп, оп. Оп, 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 оп. Слушай, какой прикольный бонусный раунд. Оп, оп, оп. Да опять ты забрал мою чексу, верни, сволочь! Ни хрена, вот нормально, нормально, яблочек я так насобирал. Дальше, дальше куда? Дальше нам сюда нужно, да, двигаться? Оп, яблочки, собираем яблочки. Оп, оп, а все, это конец уже! Я прошел еще один уровень, прекрасно. Сколько коробок? 1, 2, 3. Три коробки? Пока что даже рекорд, мне только 3 коробки на голову упали. Так, следующий раунд. А мне кажется, это уже даже последний, это предпоследний раунд.
Это предпоследний раунд. Но мне кажется, что на этом уже можно закончить и продолжим в следующей части, в следующей серии. Я надеюсь, что вот это вам очень даже понравилась серия. Если наберем много лайков, то что? То я, конечно же, выпущу следующую серию. Поэтому 25 тысяч лайков и сразу же выходит следующая. Сразу в ту же секунду, как мы наберем 25 тысяч лайков. Ребятки, спасибо вам огромное за просмотр. Я надеюсь, что вы будете ждать следующую серию. Да или нет, напишите в комментах. Подписывайся на канал, чтобы никогда не пропускать мои новые ролики. Также никогда не пропускать мои стримчанские и всегда на них приходить. Я скажу тебе огромнейшее спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. We'll be right back.